Йоу, всех приветствую, дорогие друзья, у микрофона, как всегда, Кристофер Фланери, и в сегодняшнем видеоролике мне опять пришлось зайти на мой самый первый черри сервер, чтобы купить там один из наилучших 24/7. Да, это, конечно, круто, но ты не забывай, что я играю только на Грей сервере, и советую тебе играть на Грей вместе со мной. Заходи в комментарии и скачивай бэкраша по первой ссылке, далее регистрируйся на 19-й игре сервер, и при достижении второго игрового уровня вводи мой личный промокод хэштег Фланери, который даст тебе очень приятный бонус при развитии на сервере. Кстати, у меня есть собственная группа ВКонтакте, где я каждую неделю провожу конкурсы, а также общаюсь со своими подписчиками, ссылка в описании. Начнем с того, что я вообще не планировал покупать этот бизнес, но мне настаивали, и все-таки мне пришлось его купить. Сейчас мы заберем остаток долга, который мне должен вот этот человек, а именно 95 миллионов. К сожалению, как я снимал 95 миллионов с банка, у меня не записалось. Но так как я имею свою транспортную компанию, собрать нужную сумму мне не составило труда. Давайте снимем с транспортной компании все деньги. К сожалению, мне не хватило силы-то 50 миллионов, и целый день я продавал свою Бентли со своего семейного автопарка. Так и не продав ее, мы договорились на том, что я обменю свой Бентли на его магазин 24/7 с доплатой в 200 миллионов. Вот мы уже обговорили все условия, он мне кидает обмен, принимаем его и да, плюс еще один бизнес на мой аккаунт. Но есть один маленький нюанс, что максимальная доплата это 100 миллионов, и мне пришлось переводить еще 100 миллионов через банк. А так как там комиссия, и конечно же мне нужно было ее брать на себя, то мне пришлось слить пару фур с ТК, чтобы полностью отдать сумму. Если быть честным, то этот 24/7 мне так-то и не нужен. Я просто его взял для того, чтобы поддержать и собрать финку. А также потом, чтобы слить его чуть подороже человеку из семьи. Кстати, о финке. Финка здесь 1,5 миллиона и больше. Но если окажется, что данный человек меня обманул и финка будет меньше, то я просто залью на него жалобу на форум. Так как эта Бентли была из семьи и на ней много кто катался, то давайте закинем в семью до первого ранга вот такой очень красивый субарик. И чуть не забыл, давайте поставим на него платные номера War 999. Ну вот такой классный видеоролик вышел, если тебе он понравился, то обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал. Всем бай-бай.